Странная военная тактика. Сергей Лавров обвинил международную коалицию в Сирии в провокациях. В интервью саудовской газете глава МИДа пояснил свою позицию. То якобы нечаянно ударят по сирийским военным силам, после чего игиловцы идут в контратаку, то науськают других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации. Отмечу и многочисленные случайные попадания по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей. Несмотря на это, подчеркнул Лавров, все условия для мира в Сирии созданы. Заслуга в этом принадлежит России, Ирану и Турции, считает глава МИДа.